В честь Международного дня поэзии, который отмечается в понедельник, 21 марта, я по заданию редакции сочинил два четверостишья про понедельник. Одно опубликовано на странице ТВ+ в Фейсбуке, второе цензуру не прошло, но сейчас-то я могу его рассказать. Значит, давай, смотри. Будь смелее. Когда б любил я понедельник, я был бы очень странный тип. Но в офис в 9 ради денег. Счета, кредит, короче, влип. Слушай, Андрей, вот когда Незнайка хотел стать поэтом, он сочинил стихи для, на каждого из своих друзей. А ты бы мог на каждого гостя придумать сегодня рифму? Ну что, я хуже Незнайки, что ли? Давай. Хорошо, пожалуйста. Маленькая Сара отправилась в художественный музей Кадриорга. Давай, маленькая Сара. Ей не приказывал парторг, но Сара мчит на Кадриорг. Окей. Хорошо, сегодня к нам придет в гости суперспециалист по астрологии Ольга Потемкина. Давай, астролог. Или звезды. И будет век твой очень долог, так предсказал тебе астролог. Очень хорошо. Хорошо, у нас сегодня понедельник, традиционная рубрика «Ты хочешь об этом поговорить?» Рома Тимофеев придет, психолог. Черт, надо было психолога с астрологом рифмовать. Ага, кстати. Ну ладно. Про русских или про евреев не скажет Рома Тимофеев. Он про тайм-менеджмент расскажет минут за 8-9 даже. О, отлично! Ну и на сцене сегодня музыканты, и будут они исполнять, ты не понимаешь, романсы. Мужчины поют лирические песни. Давай, романс или музыкант? Со сцены нам поют романсы, ну, слава богу, не финансы. Вот, прекрасно. И все это через 6 минут в эфире этого вечера.